мы вслепую стреляем. Мы даже не знаем, куда, по каким целям, чего. Блин, ну это, конечно, ужасно. А если там свои? Ну, значит, там свои. Какой кошмар, что это опять начинается так, как было? Но он не заканчивает. Какой кошмар. Вот уроды, а. Никому ничего не надо. Выкинули, кинули на произвол судьбы. А в новостях, да тут что рассказывают, что у нас такое управление, такие командиры, что мы такие дюжаумные, то Украину сейчас любой щелчок возьмем. Угу. Тварь. Только что-то мы на одном месте уже 2 месяца стоим. Лучше стоять, значит, чем туда, ну их уже в болото. Да не надо вперед двигаться. Слышишь, как там ваш комбат? Дурак, все. То есть совсем, что ли, да? Ну, 1,5 месяца половина мозга не работала и половина тела. Потом сейчас восстановилась, он никого не узнает. Ну все, он дурак. Наташка сказала, ее ж Илья в части там сидит. Короче, 13 человек тамбовских погибло. Они ж с вами еще до сих пор в направлении или нет? Да. Ну вот, 13 человек. Все, нету. Ну, а у нас там около 200. Здесь раненых оставляют, и они нахер никому не нужны. И они умирают в поле, потому что никто их не забирает. Ну, нормальный человек при первой же возможности пытался бы уйти. Нет тут ничего такого позорного, это нормально. Угу. Позор. Да, ты рядом с семьей, с матерью был, ну почему? Когда поставят, да красную печать, когда поставят красную печать об отказе в военной операции, в участии, это позор. Позор на всю жизнь.